Нарьян-Мар готовится к крещению. Уже начались работы по обустройству места массового купания. Оно традиционно пройдет на Качгартинской Курье. По предложению Нарьян-Марской епархии, время крещенских купаний определено с 9 часов вечера 18 января до 8 часов вечера следующего дня на традиционном месте Качгартинской Курье. Крестный ход к Иордании в день крещения 19 января начнется от Богоявленского храма в 11 часов дня. Я приглашаю всех, и я уверен, что храм будет так же полон, как и на Рождество. Мы пойдем крестным ходом с пением тропаря и кондака крещению на Курью, на Иордань, нашу северную Иордань. Осветим воды, и по древней традиции те, кто в силах, те, кто захотят, могут погрузиться в эти священные воды и испытать обновляющую благодать. Освященную воду прихожане и все желающие смогут взять в храме 18 января.